В Атырау по государственной программе «Доступно жилье-2020» сразу 195 семей получили ключи от новых квартир. Такого массового новоселья в городе никогда не было. Сегодня заселялось сразу 5 домов в микрорайоне Нурсая. В числе новоселов молодые семьи, сотрудники бюджетных организаций, очередники, горожане, жившие в домах, признанных ветхими. В 30 квартирах будут жить выпускники детских домов и интернатов. Строительство доступного жилья в городе продолжится. До конца года будет сдан 21 многоэтажный дом на 1254 квартиры. Мы очень строго следим, чтобы дома сдавались качественно, были благоустроены. Здесь будет детская площадка, спортивная площадка.